Добрый вечер, меня зовут Никита, я буду с вами на протяжении всего вечера. Я сразу хочу сказать, что я очень рад, что существуют такие встречи. Я искренне вам уже завидую, потому что, наверное, в Москве, откуда мы сегодня прилетели, не хватает подобных встреч. Вроде бы мы говорим там на одном языке, и, наверное, проще будет понимать, но тем не менее у нас нет такого понятия семейный Новый год в кругу друзей. Так вот, я искренне вам завидую и приветствую вас на русском семейном новогоднем празднике в Твери. Добрый вечер! Борис Тарасов! Имею честь вас называть своими друзьями, потому что мы провели уже сегодня вместе потрясающий душевный вечер. Я искренне верю, что этот вечер не станет для нас последним, но это будет началом нашей большой дружбы. Я желаю всем вам в 2014 году смелости, решительности, азарта в глазах, добра, любви и, конечно же, уважения близким. До скорых встреч, ваш Шатар. С Новым годом! Я думаю, что этот вечер удался, очень удался. Всем было весело, и это очень было все спонтанно и естественно. Спасибо всем организаторам. Toutes mes félicitations et bonne année! Спасибо, дорогие! С вас Новый год и наступил! Мы очень рады! Ребята, всем всего наилучшего! И чтобы все были друзьями, чтобы никто никому не мешал, все были счастливы. Peace and love! Все! Я вам хочу пожелать счастья в Новом году. У Шатара Ставели есть замечательные строчки. Все, что отдашь, твоим прибудет. Что не отдал, потерял. Я вам желаю не скупиться на эмоции, на любовь. Отдавайте, делитесь своим светом, добром, теплом. И счастье всегда будет рядом с вами. С Новым годом!